Всем привет, ребята, с вами я, Яншан. Сегодня я буду играть игрушку по названию Roblox и будем играть в игру Пиги. Ребята, вы сейчас, наверное, будете в шоке, что я знаю, что такое Roblox. Ребята, я здесь вообще прокачанная девушка. Вот мой ник Яншан. И вот сама я такая розовенькая чуть-чуть. Очень крутая, вот. Вот, ребята, вот никогда не выбирайте бота, пожалуйста, они вас чуют. Ненавижу бота. Ребят, не будем так долго задерживаться. А вот знаете, кто мне купил робаксы? Это, если у вас есть какие-то крестные тети или мамы, то у меня есть крестная мама. Она мне купила робаксы, потому что я все время ныла, что у меня нет робаксов. Или что там у нас пишет? Уф, от, тихо. А какую карту? Наверное, не... А, это у меня же замена. Открываем двери и вали. Что? Это ненормально, что всегда ничего нет? Я не люблю. Батареечка. Ну, пока что батареечка нам не нужна. Нам что-нибудь нужно найти. Так, ребят, ну я пока что ничего не вижу такого нормального. Это моя подруга. Там бегает с цифриками. Так, блин, что я сегодня падаю? Вот я люблю... О-о-о-о-о-о-о-о! Пацаны, батареечка не нужна, батареечка не нужна! Ну тогда дайте молоток мне, я буду молотком шанглировать. Кто возьмет красный? Сжигай чуть-чуть. Молоток, молоток. Люблю ходить я с молотком. Оу, щит. Оу, щит. Вали. О, не. Пока она бегает за... Что он только что был со мной рядом? Нет, валить. Валить только валить. Что он там уже? А есть еще что-то молотком пробить. О, нет, только не это. Оу, щит. Нет. Нет, валите все! Как продать? Как? Вы что? Серьезно? Серьезно? Ну, зато я что-то открыла так. Папа свин, ребят, у меня, смотрите, много чего, каких есть сейчас. Что? Теперь у нас так, по два. Вот, смотрите, у меня... Джордж открыт, мама свинка, папа свинка, овечка Сьюзи и учительница, не помню, как ее зовут. Ай, да, я знаю, что там котик есть, и он еще появился. Это же ангел. Офигеть! Два новых. Я только собираю на эту свинку привидение такое. А то у меня есть одна новенькая там учительница. Буду назвать учитель или учительница. Не. Здесь еще девочка есть. Она донатер, как и я. Ребята, эта прическа бесплатная. Вот это, ребят, бесплатная. Вы можете купить, если кто не знает. Так, а... забыла, что... Видишь, папа свин? Нет. Если вы так будете следить, смотрите, что будет. Здесь просто будет такая... Все. Так это мы, зачеркиная свинка. Все. Окончилась игра. Мы за папой свином следить. Ладно. Мы можем где-то 5 кадок или 3 кадки. Мы поиграем три катки. А что?
Это у нас уже вторая катка. Так. Вот не люблю такое время. Почему они где-то до 15 или до 16 за время стать? Или 29? Нет, такая 29 я не придержу. Что? Новая катка? Четвертая. Нет, я хочу ее поиграть. Я срочно ее хочу поиграть. Офигеть. Это уже слишком. Я в шоке. Не, ребят, я сейчас, мы будем с вами это играть. Пусть будет не бот, боже. Боже, это будет уже очень сложно. Бот. Бот. И это катка. Потому что все катки сложнее и сложнее. Не знаю, как интересно, где мы появились и как мы приедем. А четыре игрока будет играть. Нет, меня варят. Давайте будем собачкой его называть. Собачка, спаси меня. Ты же можешь меня спасти, собачка? А я стою просто. Показалось, что я горю. А что я летаю? Ладно. А что это за гайка? Бутылочка какая-то. Надо на себя бы пройти бы. Но нужно найти... Оу. Я нашла желтый ключ. А для чего он? Кого? Не, вы серьезно? Вы совсем обозрели? Люди! Ну, спасибо, запомните, здесь еще и волк. Спасите меня, кто? А, нет! Блин, не только что началась игра. Ну, блин, нифига себе она сложная. Нифига себе сложная. Блин, а за этим волком нельзя следить, да? Значит, этот волк, короче, стал злым, да? Я так поняла, да? Ну, так, и... Так, все время говорю так, притак, так. Вот, смотри, ключ, гаечный ключ. А, волк не чувствует, да? Как будто волк не чувствует, да? Она как будто какие-то песенки поет. Ой, я там видела его. Так, а что это за штучка? Это как будто какой-то Валин, пацан. О, а что он говорит? И у его убили. О, щит. О нет. С топором. Идет, а он вообще как будто его не видит, да? Ладно, будут они вместе гулять, а что? Я не знаю. Нет, вали. Так. Она так ходит, странно. На. Буду сидеть здесь полдня. На. Буду сидеть здесь полдня. Ладно. Так, я совсем не понимаю. Ура! Я так поняла, что он остался один, да? А я так поняла, что волк не убивает? Да? Я так поняла.
Я думаю, что он просто охраняет нас с топором, и у него, например, немножечко зарезили. Желтый! Он упал! Он уже нормально спуститься бы. А там у меня же был желтый ключ. Ребята, сейчас будет эта самая последняя катка, я буду с вами прощаться. Так. У нас, в принципе, начинается наш мир. Не мир, а игра. Лучше первую катку. Я люблю первую катку. С ней очень легко. Я просто на изи могу там пройти. Ну, если не на изи, но мне пацаны должны помогать все-таки. Нет, все, хватит с этой каткой. Нет, даже не думайте. Нет. Пацаны, что? Нет. Это слишком. Ну так нечестно. Давайте не буду, скажите мне. Ура. 4. Ну, короче, все выбрали кто-то бота. Не, никто не должен. Один к нам приехал. Так, и... Хи-хи-хи-хи-хи-хи, это же мой друг. Ребята, у него ник. Это мой друг. О, нет. Есть такая музыка. Та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, такая музыка. Здесь как будто такая медленная музыка. Но он же был таким добреньким. Он нас ел? Нет, ребята, все. Для меня это уже слишком. Я буду только аккуратнее. Я не хочу сейчас упасть, потому что я видела, как пацан упал, и он умер сразу. Но здесь нужно слезться. Так. А что там будет, когда мы откроем? Когда мы откроем, там будет, там должен быть. И вот молоток я заметил. А, он играет за Свинку Пеппу. Люди! Господи. Она нас не заметила? Не, я в шоке. Яна. О, Валера пошел. Он, наверное, охотится на нее, да? Я так поняла. Но она далеко ушла. Уже можно спускаться, мне кажется, да? Не, она еще не ушла. Она приехала, наоборот, к нам. Так. Нет, она серьезно? Ты издеваешься? Она ей реально издевается. О, не. Чуть не упала. О, сейчас свинка увидит. И вот, да вот. Епой. Вали. Так. Искак. Хит. Ну, плыс. Нет. Не думай. Нет! За что? А, я была одна? Ну, ребята, все-таки игра у нас закончилась. И мы уже 3 катки прошли. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.